Дорогие друзья, уважаемые коллеги, наступает Новый год. Уходит 2019 год. Год 5-го юбилейного конгресса Федерации лабораторной медицины. Год наших свершений, наших встреч, наших дружб, наших успехов. Идет Новый год, 2020-й. Год двух двадцаток, высокосный год. Что он нам несет, никто не знает. А что несем ему мы? Мы несем ему наш профессионализм, нашу дружбу, наши надежды, наше единство. Я думаю, что это достаточный багаж для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы мы многого добились в нашей федерации, в нашей работе. Этого достаточно много для того, чтобы сохранить самое лучшее, что было в 2019 году, и добиться нового 2020. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам радостного настроения, я желаю всем нам единства, успехов. Будьте счастливы!